В Столинском районе водитель врезался в прицеп машины. Пострадали его маленькие дети. Авария произошла накануне вечером недалеко от Давидгородка. 39-летний шофер «Мерседеса» с прицепом ехал в сторону Житковичей. В какой-то момент прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». В результате аварии пострадал 27-летний водитель того самого микроавтобуса и его дети. Это 2-летний сын и годовалая дочь. Известно, что малыши перевозились без специальных кресел. Все пострадавшие доставлены в больницу. Отмечу, что шоферы обеих машин привлекались к ответственности за нарушение ПДД более 40 раз, а хозяин прицепа и вовсе был лишен водительских прав. Предварительной причиной ДТП стала неисправность сцепного устройства.